Здравствуйте. Это курс обучения игры на чем угодно, в данном случае на виолончели. Курс называется «Научишься, только мне еще самому нужно научиться». Значит, на что обращаю внимание? Самое главное здесь понты. Это должна быть красивая виолончель, очень привлекательный преподаватель, какой-нибудь стёб, и что-то нужно еще играть себя с первым произведением, а вы тоже берите виолончель и также пилите. Здесь главное, главное играть. Давайте.